Полицейским поступила информация о нарушении действующего законодательства при реализации алкогольной продукции в Ленинском округе областного центра. Объектом проверки стал павильон, расположенный по улице Свердлова. При выезде сотрудников полиции по указанному адресу информация нашла свое подтверждение. В торговой точке в ночное время осуществлялась реализация алкоголя без вскрытия потребительской тары, то есть на вынос. Кроме того, в павильоне обнаружено более 230 литров алкогольной продукции без необходимых сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность. По данным фактам, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. Максимальное наказание предусматривает административный штраф в размере до 200 000 рублей.